будто дождик капает, да? Здорово, молодец. Я зубки чистила и слышу, как Машенька там играет. А, ты поменяла, да, звучание? Ага, ты поменяла звучание. Здорово. А сыграй еще что-нибудь. Сыграй еще что-нибудь. Ты на коленки его себе положи. Я так-то хочу. Да? Хочешь учиться на пианино играть? Ну, значит, будем учиться. А с мамой будешь учиться? Ты сейчас про кого? Ой, молодец, молодец. Что ты, Маш, делаешь? Готовишь? У нас тут ресторан, Маша готовит. Ресторан Трофимки. Трофим маме помогает. Что ты, Трофим, готовишь такое интересное? Пельмешки. Это ты меня застала. А ты любезно согласился, да? Ты любишь готовить? А я вообще... Нет? Наполовину. А я вообще на танец схожу. Так ты не хочешь? Давай я буду делать. Нет. Отдай, я буду, давай, иди, я буду делать. Нет? Я половину люблю готовить. Мам, я люблю. Знаешь, что я больше поездила. Всего не люблю в готовке? Трофим, хочешь скажу? Уборку. Правильно, мытье посуды. Вот только у нас ленивых вареничков получается. Мне больше всех. Конечно. Мне 50 штук. Так тут их, наверное, всего 50. В общем, мы взяли 2 пачки творога, 2 яйца, сахар, соль по вкусу. И сейчас мы будем их варить и кушать. А ням-ням-ням. Я не могу курицу переложить в тарелку. Угу, давай, тренируйся. Перекладывай курицу. Нет, она горячая. Ты что, разве берут в ресторане курицу руками? Она же горячая. Во-первых, она горячая. Во-вторых, кто же ее потом есть-то будет? А никто не видит. Да? Ясно. В общем, сейчас будем лакомиться. Давай. Чего ты хочешь? Ничего. Трофим сказал, что он хочет пельмешки с картошкой. А я ему говорю, что это вареники. Пельмешки. Пельмешки идут с мясом. Пельмешки и с картошкой. Вот. Вот такие вкусные варенички у нас получились. Кушаем. Да. Чтобы ее не видели, она вот так вот пряталась. Покажи. Я ее долго создавала. Кто там сама? Если совместить все детали. Детали. То это пушка. Все, она дверь закрыла. Мам, знаете, как она дверь закрыла? Забаррикадировалась. Нет. Это кристалл воды, кристалл лавы и кристалл растений. Здорово, я бы сама так не придумала. Что, Маш, ты делаешь? Разбираю мамину косметику. Разбираешь мамину косметику? А, в общем, мне пришла посылка. Первый раз заказывала... Сам... Машунь, подожди, не ломай. Первый раз заказала сама из Faberlic. До этого уже, ну, что-то так по одному товару заказывала, а тут решила что-то сделать себе подарок. Журнал. Да. Да, вот, значит, пришло мне все в такой коробочке. Смотрите, какие красивые. Да, красивый такой толстый журнал. Затем пришли вот такие вот бонусы. Смотрите, карандасы. Это, бонусы. Это, и... Машунь. Да, в общем, все аккуратненько уложено, красиво, каждая баночка
заделана еще пленкой. А здесь вот, вот так. Чтобы вот ничего не протекло, чтобы ничего не испачкалось. Вот эти вот, смотрите, карты. Палеточки заделаны сбоку, чтобы они не раскрылись. Смотрите, карты. Я уже показала, дочь. Что подробно пришло мне конкретно, я могу показать потом. Сейчас я просто показываю, что пакет пришло. Что-то заказала в подарочек к 8 марта. Мне. В общем, мы потом все разберем, разложим с Машей. Ты мне тоже подарок. Да, если интересно, что именно я заказала, пишите комментарии внизу, я сделаю подробный обзор. И ставьте лайки. И ставьте лайки. Лайк, лайк, лайк. Лайк, лайк, лайк.